Такой щедрости и таких расценок, конечно же, не получится. Здесь это машинки с подъемом моторов с 2 литров гоняются, и, естественно, немножко другая стоимость участия. Вот и был заезд. Пока очень аккуратно, если на этом первом круге ведется борьба. В принципе, не удивительно, еще раз повторюсь, ребята так. Ну, на этом
позиции. А то хочет на втором месте. Но такой вот не слишком интересный сегодня класс Super Plus у нас получается. Но если вдруг что, если вдруг что. А что я думаю? Изначально он как бы не планировался, но все-таки Коля, еще раз повторюсь, ломал. Ну и у меня есть впечатление, что Коля пока вовсю не давит. Дает Антону подъехать к себе, дает ради зрелищных разрывов. Играется так с своим оппонентом. Ну, главное не заиграться в такой степени. Прощения вас за то, что вот так вот
у нас сегодня скомканно немножко получилось. Но все-таки лето, пора отпусков. Еще не все вернулись, еще не все вернулись в рабочий ритм. Сентябрь такой у нас тоже летний.